Еще один повод – встретиться, поделиться радостными событиями, рассказать об успехах детей и внуков, получить море хорошего настроения и вспомнить трудовые будни. Уже родственниками были почти, там посменно работали по 12 часов, как родственники друг с другом были с девочками. Да, и сейчас вот собираемся все вместе. 29 лет отработала лаборанткой, вот химичка у меня, вместе работали. Хорошо отработали, хорошо на пенсию проводили, все хорошо было. Работал на заводе. С 82 года по 2014 до пенсии выхода, почти 30 лет. Завод был для меня самым вторым домом, потому что все, и работа, и отдых, и зарплата, и жизнь. Вся моя прошла почти там, больше половины. Я проработала 25 лет на автозаводе в цехе номер 14, инженером-химиком-технологом. Работали дружно, согласованно, неоднократно поощрялись, благодарности имели, все. А сейчас мы рады за то, что наш завод работает и процветает. Ежегодно в знак признательности за многолетний труд, благодаря которому автозавод оставался на плаву и продолжал развиваться, руководство предприятия организует для сотрудников и пенсионеров такие праздничные концерты. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше. Хорошее настроение дарили артисты Удмуртской филармонии. Мы понимаем, что тот завод, который создан на сегодняшний день, функционирует, и как он функционирует. Он создан этими людьми, и мы ценим это. Мы понимаем, что они вложили свой вклад, вложили 30 лет, кто-то 40 уже доходит лет. Да? И не помнить об этом, это было бы кощунство и было бы преступлением. Поэтому мы рады, что они работали за предприятие. Мы рады, что они создавали это предприятие. И мы чтим это и организовали каждый год, ежегодно организуем для них концерт. Безусловно, с концерта, где звучали душевные, любимые и знакомые с молодости песни, заводчане уходили с хорошим настроением и положительными эмоциями. Танцуй, парень, под аккорды, аккорды. И можно говорить свободно, свободно про жизнь и про любовь.